панические реакции. Вот, ой, я сейчас утону, ой, я забыла выключить утюг, там что-то такое в этом роде. Нет, мы думаем только о прекрасном, да. Опустили голову вниз, красота неземная, плавают рыбки, крабики и так далее. Потом оператор уже начинает нас снимать с под воды. Я могу, конечно, вас двоих погрузить там на определенную глубину, там на метр, да, чтобы вы... Но до этого я вам расскажу кое-какие нюансы физиологические, которые нужно будет выполнять там, да, носик зажать, подуть носик там. Ладно, девчонки, теперь смотрите, и мы плаваем. Под воды вас снимает оператор. То есть ваши движения под водой должны быть плавные и грациозные, дабы красота не оставляла вот этот сюжет, правильно? То есть под водой нам не надо махать руками, да. Вы просто... Не, улыбаться под водой не надо, потому что это... Конечно, они у вас, не сомневаюсь, вот такие на всю маску. Поверьте, красивый дайвер только на корабле. Под водой они ужасны, не важно, как бы они были. Конечно, я возьму его с собой. Прям вообще, а что я, не тот ихтиандр, что ли? Вообще, ихтиандр. А можно я Все, отклоняемся от темы, отставить, все. Вы начинаете меня сбивать, чувствую вот эти глазки. Четыре глаза, все, я потерял. Девчонки, смотрите, поэтому мы плаваем на поверхности. У нас оператор под воды, отлично получается ролик. Ровная вода, мы будем взявать, ровная поверхность. Они лежат на воде, так, но ты снимаешь под воды, и уже как будто они в воде, там, солнечные лучи, тра-та-та. Тяжело понять, насколько это глубоко, потому что камера снизу, а не сбоку. Только сбоку мы видим толщина и так далее. Если будет необходимо сделать такую вещь, то мы одного там дайвера, мы будем называть вас дайвером, прям бах, вы дайверы вообще. Одного дайвера мы типа раз и погружу я, да. Сейчас я даже расскажу. Ну, будет меньше работы, а приходится пока. Одного я дайвера погружу, погружение будет происходить следующим образом. Нас снимает оператор, я вас заглубляю на небольшую глубину. Вот, да, прям абсолютно вот настолько. Оператор выравнивает камеру так, чтобы исчезла поверхность, да, возможно, чуть-чуть разу сверху. Все, мы на дне, как будто бы. Красота и так далее. Мы плывем. Для того, чтобы получилось все эффектно, вы должны работать ластами, а не замереть вот так вот, и я вас буду тащить. Я могу вас тащить, таскать полжизни. Но не надо этого делать. То есть, как вы только поняли, что вы в воде, ваша задача показать, что вы работаете ногами. Ластами. То есть, руками баттерфляй, там, что такое делать не надо. Можно поправить свое положение, но я буду вас поддерживать. То есть, наша задача показать, что дайвинг вообще в разных интерпретациях бывает, да, там, техно-дайвинг, рекреационный дайвинг, любительский, плюс еще и пробные программы, да, вот. Прогрузиться просто один раз. В нашем случае мы демонстрируем такое. Если нужно будет показать продвинутый, ты знаешь, пасты, роликов, там звери просто такие же вообще. Поэтому, ну, мы так уже снимать не будем. Самое главное, чтобы передать красоту дайвинга, это тот момент, когда вы одеваетесь там, раздеваетесь там, понимаете? Вот это мы должны передать. Нам не говорили. Ребята, так, давайте договоримся. Дайверы существа без полы, поэтому это не стеснение, все сипуси не надо. Все, ты на борту, ты дайвер, все, ходишь. Никого не стесняйся, абсолютно. Нету пола у дайвера, вы что, не знали, что ли? Там дайвером отрезал все. Оно как бы, мы не реагируем. Капитан, вы меня очаровали. Я не капитан, я инструктор. Вот там у нас пластмассовые усады, чувак. Я буду называть вас капитан. Поэтому да. Окей. Договорились. Да. Сейчас мы придем на место, мы еще продублируем, что именно будем делать. Несколько команд разрушим с вами. А сейчас я вам подберу на вас снаряжение. У меня вопрос. Куда мы идем? Мы идем в море, малыш. Я... А куда мы идем? Честно? Ты хорошо разбираешься в местах, которые здесь? Ну, мне интересно. Это место называется отрицательная стенка. Отрицательная стенка дарит положительные эмоции. Все. А вот наша яхта, но мы ее дали погонять, друзья. На полдня, вечером заберем. Кстати, такая красота пришла вообще. Поэтому сейчас я выдам вам снаряжение, вы будете его одевать. А уже как вы будете одевать эффектно, то есть это нужно снимать аккуратно, мы уже посмотрим. Понятно? Нам аппаратом полностью будет погружаться, я в том числе. Да. Значит так.